Віталій Стрий, якби вам Зеленський запропонував зайняти одну з керівних посад, чи погодились би ви? Ні. Навіть без роздумів? Зразу говорю ні. Чому? Мені кажется, у мене хорошо виходить займатися журналістикою. І мені не хочеться бути ще одним журналістом, який розмінявся би на політиці. Чи є зворотній шлях з політики в журналістику назад? Не бачив прецедентів. Ні одного. Хоча скільки було прикладів? Туда – да, обратно – нет. Ні одного прецедента не знаю, може, ошибаюсь. Зараз лихорадочно думаю, но нет. На вашій пам'яті, кого б ви виділили з журналістів, які стали хорошими, корисними державі політиками? Ви знаєте, таких було багато. Что интересно, потому что журналист сам по себе это человек, который априори должен обладать хорошим кругозором, интеллектом и жизненным опытом. А что такое политика? Это одно, второе и третье. Вот. Вы знаете, даже в России, смотрите, кто Путина привел к Ельцину? Журналист, глава его администрации Валентин Юмашев. Журналист. Сначала «Комсомольской правды», затем «Огонька». Он работал у Виталия Алексеевича Коротича, заведующим отделом писем. Это тоже очень интересная история. Отдел писем. Виталий Коротич принял «Огонек». Для тех молодых наших зрителей, кто, может, не знает Виталия Коротича, это один из отцов гласности, демократизации, перестройки в Советском Союзе. Классик украинской поэзии, живший в Киеве до 50 лет. Секретарь Союза писателей был и так далее. Ну вот Горбачев позвал его в Москву организовать журнал, которому суждено было стать, возглавить журнал, которому суждено было стать рупором перестройки и гласности. Это был журнал «Огонек». Принял его Коротич с тиражом 200 тысяч экземпляров. За год довел до 5 миллионов. И в этом журнале «Огонек» одно из лидирующих положений занимал скромный журналист Валентин Юмашев, заведующий отделом писем. Виталий Коротич поручил ему взять интервью у Бориса Ельцина, который набирал силу. Он взял интервью, понравился Борису Ельцину. Ельцин предложил ему написать книгу «Исповедь на заданную тему», по-моему, она называлась. Написал Юмашев эту книгу, потом он приглянулся семье, потом он женился на Тане Дьяченко, дочке Бориса Николаевича, стал главой администрации президента. Вот вам пример журналиста. И не будем забывать, что именно он привел Путина к Ельцину, именно он. Угу. И вот вам роль журналиста. И таких примеров очень много.